Санкт-Петербурге в возрасте 48 лет скончался актер озвучания и дубляжа Станислав Войнич. Об этом в понедельник сообщила его супруга, Виктория Войнич-Слуцкая, в соцсетях. Она не назвала причин смерти Станислава, но отметила, что в последнее время он тяжело болел. В студии озвучивания художественных фильмов и телесериалов «Крави Рекордс» заявили, что надеялись на чудо, но его не произошло. «Это огромное горе. Просто в голове не укладывается», отмечается в заявлении. Голосом Станислава Войнича говорят персонажи таких известных картин и сериалов, как «Планета обезьян», «Мир Дикого Запада», «Игра престолов», «Звездные войны». Актер скончался у себя дома в присутствии мамы. У него осталось двое детей.